От взрыва газовых баллонов на крыше строящейся многоэтажки «Континент» погиб еще один человек. Мужчина, получивший 96% ожогов тела, умер в областной клинической больнице. В течение нескольких суток врачи боролись за его жизнь. Но спасти человека с такими травмами случается крайне редко. Еще двое рабочих находятся в больнице. Один в 7-й городской, его состояние стабильно, он в сознании. Его брат с ожогами 50% тела в ОКБ. Врачи опасаются за состояние мужчины. У него сильно обожжены дыхательные пути.